север. Здесь, на севере Дамаска, в районе Аль-Кабун, некоторое время назад обосновались боевики фронта Аль-Нусра. Из-за их бесчинств местные жители обратились к армии с просьбой освободить их от ваххабитов. Ситуация осложняется тем, что Аль-Кабун, Хараста, Барзе связаны между собой разветвленной сетью подземных ходов. Через Аль-Кабун проходит северная магистраль, которая является важной артерией города. Жители жалуются на то, что снайперы боевиков постоянно ведут огонь по всем подряд автомобилям. От этого страдают как жители района, так и проезжающие через него. 15 минут назад снайпер боевиков расстрелял грузовой автомобиль, который возил овощи в Дамаск. Командир танкового подразделения дает офицерам указания перед боем. Уточняются задачи, распределяются цели. Разведывательный рейд бронетехники. Выявляются огневые точки боевиков и собирается информация, которую невозможно получить наблюдением издалека. Операция проводится сразу по нескольким направлениям. Соседи уже вступили в бой. Весь этот квартал под контролем боевиков. Эти, занятые боевиками дома, являются первой целью. Они должны послужить плацдармом для дальнейшего наступления. Штурмовую группу прикрывает танк. Бандиты ведут огонь. Завязался бой. Танк и БМП выдвинулись на помощь передовому отряду.
Тем временем силы штурмовой группы постепенно наращиваются. Танки БМП открывают огонь по огневым точкам боевиков. Боевики стреляют из гранатометов и орудий. Выстрел танка прекратил это безобразие. Задача выполнена. Плацдарм захвачен без потерь. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия.